Привет, зрители. Устал я уже снимать эту дурацкую еду. Я не помню, по-моему, я снимал уже Цезарь, элит, пельмени с отборной говядиной. Просто мусор вообще, просто отвратная мука и внутри какие-то помои. Может быть, не отравишься, конечно, не умрешь, но это вообще вот просто помойная еда. Как бывают вот пельмени, самые дешевые такие в бумажечках продаются, ужасные. И то они бывают ничего, а это вот хуже таких вот самых дешевых. Просто ужас какой-то. Я и варил, и сейчас пытаюсь пожарить. Нормальные пельмени и пожарить можно, они такие прикольные получаются. Но там все разваливается в труху. Ну, получается, как я и говорил, что где-то процентов 90-99 еды, которая продается, неважно, даже с большой ценой, она просто мусорная. Это специальная еда для холопов, для рабочих, которые, ну, чтобы они все деньги просирали на еду говневую, потом еще кредиты бежали брать. Мне кажется, это специально продумано, потому что это вообще не еда все. Ну и посмотрите, элит, пельмени с отборной говядиной. Там просто ужас какой-то. Там вообще ничего нету. Мясо ужасное какое-то. Может и говядина, но отбросы. Там кожу нарезали, хвосты. Вот, можете почитать. В это плохо, лучше А, Б. Вот В плохо. Но даже для В, мне кажется, они очень плохие. Ну, видите, фарш куриный. Так, я сам что-то плохо вижу. Пищевое волокно. Ароматизатор говядина. Ужас. Вот этот код. Код товара. Не берите такой товар. Так, а сделан... Где здесь написано, где сделан? А, да, вот. Морозко. Поселок Ковалево. Ужас вообще. Ужас. 700 грамм. Третье, 07 Б. Не знаю, что за Б. Разные заводы, что ли? А. А, да-да-да. Б это бронницы. Вот. Может быть, в Петербурге и получше делают эти пельмени элит. Это просто ужас вообще. Такой пакетик. Как будто нормальный, смотрите, такой пакетик, прозрачная вставочка, тут пельмешки валяются. Но суть в том, что они только выглядят как пельмешки, а на самом деле говнешки. Так, ну гора этой еды с утра до ночи можно. У меня опять лежат кофе, и даже не дешевый. Понятно, сказали бы, ты что, дурак, что ли? Купил макароны по 10 рублей. Они же из земли делаются. Ну, что-то дешевое бывало я снимал, но кофе, вот у меня кофе лежит. Оно, ну, это, конечно, не мега дорогое, но оно стоило рублей 200-300. 200 грамм. Ну, нормальная цена, но оно барахло вообще. Просто барахло. Ой, блин, просто... Это же получается даже вот этот пакетик, он же типа как будто 300 рублей и со скидкой был 200. То есть он стоит, ну, нормальных денег и просто, просто хлам. Ну ладно, не буду уже затягивать ролик. Так, все понятно. Всем пока, слава революции, подписывайтесь, ставьте уведомления, не покупайте фигню эту. Вот, становитесь либертарианцами.